мне нужно прибавить пару сантиметров. Я вам об этом говорил, но у меня, маленькие люди, глупость несусветная. Виды доброты. Это другой формат, отличный от того, что делали до этого. Это момент истины. Хотелось снять фильм с тремя разными историями. Это как сборник рассказов. Вы готовы к правде, но я вас пугаю. Как в сон. Постепенно он проникает в вас. Три истории, связанные нетрадиционным образом. Хочу, чтобы актеры исполняли разных персонажей. Вопросы идентичности и веры. Как палец устроен? Это все о человеческой сущности. Баланс между быть любимым, принятым и контролируемым – моя главная идея. Нет. Нет. И желание быть свободными. Это как параллельная вселенная. Честно говоря, правила мира немного растянуты. В этих обстоятельствах есть что-то забавное. Ты смеешься, это скучно, и ты не понимаешь, что чувствуешь. Это похоже на «разрешается ли мне смеяться?» Оми прав. Сьюзен не заражена. Даже в его фильмах есть травмирующие вещи, но есть некое чувство юмора. Это чуждо реальности в этом мятежном, забавном, часто мрачном смысле. Нам всем нужно подниматься наверх. Идите. Она попросила меня снять мою форму. У тебя есть время осознать эти вещи и применить свою логику? Мы не сделали это, очевидно. Ой. Это делает его более сложным и направленным. Ты думаешь, понимаешь? Лучшее искусство делает это. История очень Йоргос, очень специфический мир. У него есть способность заставить тебя видеть вещи, которые ты не видишь. В этом есть магия. Его собака, как моя семья. Не уверен, помнишь ли ты?